Итоги работы в 2012 году областного комитета потребительского рынка, поддержка малого и среднего бизнеса, а также модернизация дорожной сети стали главными темами заседания, которое прошло в областной администрации под председательством губернатора Александра Михайлова. Почти 450 километров автомобильных дорог было отремонтировано и введено в эксплуатацию в прошлом году. Еще около 20 построено, плюс содержание в итоге по всем расходным статьям финансирование отрасли составило примерно 3 миллиарда 800 миллионов рублей. В 2013-м бюджет дорожного управления превысит 4 миллиарда. Помимо плановых работ начнут строительство моста в Рыльском районе протяженностью более 100 метров и юго-восточного обхода Курска. На сегодняшний день проектная документация находится в экспертизе. И я думаю, что юго-восточный обход, так называемый юго-восточный обход города Курска, на следующий год мы его увидим. Ну и, конечно, в перспективе расширения полностью всей дороги, я думаю, это еще года два, наверное, займет у нас. В 2013-м за счет бюджета всех уровней оборудуют асфальтированные подъезды к 5 сельским населенным пунктам. А в следующем году вступят в силу изменения в законодательстве, согласно которым часть средств дорожного фонда будет предоставляться муниципальным образованиям. Сейчас идет активная подготовка. С главами еще этот вопрос обязательно проработать, потому что само по себе, как вы видите, у нас народ достаточно инертный, вот, привык надеяться, что кто-то придет и все расставит. Да? А потом, когда гром грянет, будет поздно уже. Вопросы к руководителям на местах возникли и в сфере модернизации образования. Сегодня практически в каждой школе есть интернет, а вот водоснабжение и отопление не всегда налажено должным образом. И если в это село приходит газ и приходит вода, или что, мимо школы, что ли, это проходит, или откуда эта проблема-то появилась? И почему мы тогда не следим? Так надо и смотреть же за этим внимательно всем. Прежде всего, комитету образования координировать и заставлять этих друзей наших с вами, коллег, на местах. Также на заседании обсудили развитие сферы малого и среднего бизнеса. Финансовую поддержку в прошлом году получили около 200 малых предприятий, куда трудоустроились порядка 500 курян. Всего в регионе создано около 2500 новых рабочих мест. Структура предпринимательства в отраслях экономики улучшилась. 45% – это производство, АПК, строительная индустрия и так далее. То есть процент и доля торговли, ну еще таких вот сверхуслуг, они уменьшаются. Это тоже влияние вот тех мер, которые принимаются вот в администрации. Успешным признали экономическое регулирование цен в регионе. По итогам 2012 года продуктовая корзина стала самой дешевой в стране. Организуется торговля в глубинке, нерентабельная, но жизненно необходимая для людей. Издержки бизнесменам продолжат компенсировать из областного бюджета. Глава региона поручил подписать соглашение о сотрудничестве с потребкооперацией уже в первом квартале и в течение года решить вопрос о строительстве нового сельскохозяйственного рынка в железнодорожном округе Курска. Татьяна Симоненкова, Геннадий Воробьев, телеканал 7.